Всем доброго и прекрасного утра желаем. Сегодня на календаре 27 число. Просто-таки приближается... Вторник. Вторник. Это очень важное замечание. Приближается Новый год, и это прекрасно. Мы продолжаем раздавать подарки. У нас есть такая возможность. Вы уже видите их на столе. Да, замечательный продуктовый набор от компании «Золотая долина» достанется тому, кто первым по традиции дозвонится по телефону прямого эфира 236-95-37 и, конечно же, правильно ответит на вопрос, который я прямо сейчас задам. Итак, кстати говоря, он будет касаться цвета твоего платья. Так, хорошо. В какой стране есть традиция съедать под бой курантов 12 виноградин? Есть варианты ответа: в Испании, в Доминикане или же в Белоруссии. Первый, второй или третий вариант ответа выбирайте. Дозвонитесь по телефону 236-95-37, код города 391-1 и отвечайте правильно. А с цветом я имею в виду, ну, что похоже на виноград. Конечно, я поняла твой намек. Кстати, ответ на этот вопрос я вот знала даже без вот этих вот вариантов. А я вот, кстати, не знала. В свое время эта традиция меня очень удивила, порадовала. Я бы очень хотела вот так вот встретить Новый год в этой стране. Вот, у нас такая будет возможность. Хочешь отправиться в эту страну, чуть не проговорился, представляешь, то я предлагаю тебе просто взять 12 виноградин и, собственно, ты окажешься. Почувствуй себя в этой стране, можно так сказать. Почувствуй себя. В Испании, в Беларуси, либо в Доминикане, либо в Испании. Какой же правильный ответ выбирайте? Первый, второй или третий вариант ответа, дозвонитесь по телефону 236-95-37, код города 391. Выигрывайте этот прекрасный набор, мне кажется, совершенно таки сказочный к новогоднему столу. Тут можно из него приготовить все, что угодно, даже оливье. Безусловно, друзья, звоните, дозванивайтесь и отвечайте правильно. А тем временем я зачитаю несколько смс-посланий, пока мы ждем телефонного звонка. Здорово, ты умеешь читать. Давай. С наступающим, мой Красноярск. Отлично. Здоровья всем, любви и всех благ. Это пишет нам Светлана. Чудненько. Также Светлана пишет нам: привет, Настенька и Сергей, с наступающим у вас, любимый ведущий. Спасибо. Удачи вас, вас также. Огромное спасибо. Привет всей команде «Утро на Енисей». Не останавливается наша постоянная телезрительница. С наступающим вас, Новым годом. Спасибо. И всем удачи. Отлично. Спасибо. Попробуем вам пообщаться вроде как временем с победителем. Доброе утро. Доброе утро. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Маргарита. Маргарита, откуда имя? Вы нам звоните? Из Красноярска. Угу. Замечательно. Ну что же, в какой стране существует такая традиция замечательная — под бой курантов съедать 12 виноградинок? В Испании. Это правильный ответ. Знали, догадались, где-то читали, может быть, слышали, может быть, ну, были в Испании? Ну, конечно, читала, потому что это же теперь везде пишут про Новый год. Вот. Да, так уж повелось, что в Испании, Португалии и Кубе символом семейного счастья и благополучия является виноградная лоза. С чем мы вас, кстати говоря, поздравляем с Новым годом. И вот такой подарок от Золотой долины вам достается, совершенно чудесный, мне кажется. Знаете применение, найдете ему? Конечно. Или нам отдадите. Нового года найду. Ладно, тогда Маргарита, приезжайте. Маргарита, да, есть у вас возможность, кстати, несколько слов сказать, кому-то привет и передать, раз уж вы в прямой эфир дозвонились. Знаете, я хотела бы, чтобы все имели возможность побывать в Испании и вот эти 12 виноградин как-нибудь съесть. Испанских виноградин. Слушайте, отличное пожелание. Я присоединяюсь к нему. Вас также с праздником. Призы, подарки забирайте по адресу: остров отдыха 10/1. Предварительно звоните по телефону редакции 233-1166. Еще раз с праздником.